В микрорайоне Красная Горка к 1 сентября открыли новую школу инновационной направленности. Трехэтажное здание, рассчитанное на 1100 мест, укомплектовано по последнему слову образовательных стандартов. Застройщиком учебного учреждения выступила компания «Самолет Девелопмент». У родителей, у педагогов, у администрации, у детишек праздник 1 сентября, а у нас, у тех, кто строил эту школу, кто развивает район, еще один праздник – это сдача объекта. Поэтому... Строительство этого объекта, школы в микрорайоне Красная Горка, началось еще в конце прошлого года. Глядя на эти голые стены, трудно себе представить, что через каких-то полгода здание превратится в вот такое роскошное учебное заведение. Сегодня уже говорили, 250 компьютеров на такую школу оборудования. Если посмотреть на спортзал, это три больших спортзала. Если посмотреть на актовый зал, это современнейший с Dolby Surround оборудованием звуковым. Если говорить о трудовых кабинетах, это все очень современное оборудование, станки. Школа действительно впечатляет. 44 новеньких класса с интерактивными досками, кабинеты практики по физике, биологии, химии с опытно-исследовательским оборудованием, спортивные и актовые залы, просторные коридоры и холлы, удобная пищевая зона. Отдельного внимания заслуживает класс о робототехнике с уникальными решениями от LEGO Education. Кстати, в эту школу еще до официального открытия с рабочим визитом приезжал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Увиденным остался доволен. Также губернатор общался с педагогами, спрашивал их образование, насколько, как они готовы развивать детей, какими технологиями пользоваться. 1 сентября школа будет функционировать на все 100%. И вот долгожданный для всех день, 1 сентября, наконец-то наступил. Школа действительно уже полностью готова к новому учебному году. За ее парты сядут 800 учеников. В первый день осени здесь отметили сразу два праздника – День знаний и День официального открытия учреждения. Для строителей это, конечно, сдача объектов, которые действительно довольно сложно в такие короткие сроки сдавать. Это очень сложный объект с точки зрения инженерии, технологий различного рода, оборудования. Тем не менее, мы успели, мы все сделали. Это всегда гордость, всегда радость и всегда радость тех людей, которые сюда приходят. Проект строительства уникальной школы принадлежит группе компаний «Самолет». Для нее это уже второй объект социальной направленности. Школа построена в рамках развития инфраструктуры ЖК «Люберцы» и передана застройщикам на баланс муниципалитета города. Всего компании на территории микрорайона ЖК «Люберцы» предусмотрено открытие трех школ и трех детских садов. Мария Лапычева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.